День добрый, всем привет, друзья. И сегодня, как всегда, у меня незапланированная съемка, ну как бы съемка запланированная, но не по этой теме. И я оказалась в центре, за мной центр науки и культуры. Думаю, что одна из точек, где собирается молодежь. И сегодня в Варшаве в 14:00 будет марш равенства. И поэтому я как бы случайно, но и не случайно оказалась тут. И сейчас вам расскажу, как это выглядит в Варшаве и почему марш равенства в этом году очень значимый не только для Варшавы и для Польши, но и для Украины. Ну что ж, начинаем. Не забудь подписаться, нажать на колокольчик, поддержите меня лайками. И солнце светит, я сознательно не одеваю очки, потому что последние видео у меня все с очками, но буду пробовать вам снимать и расскажу свои мысли, что я об этом всем думаю. Ну что ж, погнали! И как вы видите, за моей спиной люди собираются, все люди собираются, как я уже говорила, на 14:00 около Дворца науки и культуры, и потом запланированный марш, марш по основным улицам Варшавы, и в 17:00 вся толпа должна вернуться сюда, опять же, к Дворцу культуры и науки. Почему этот марш сегодня такой значимый? Потому что кроме польских представителей, сегодня еще будут и представители с Украины, поэтому это еще такой и марш дружбы. Что я думаю об этом всем, если вам интересны мои мысли, принимаю я это движение, не принимаю, против или не против, я принимаю. У меня есть знакомые представители ЛГБТ и замечательные люди. Замечательные люди, они всегда открыты, всегда помогут, на них можно положиться. И поэтому, если честно, мое мнение, мне все равно, кто с кем спит, кто кого любит. Главное, чтобы человек был хороший. Потому что, не знаю, если среди моих зрителей какие-то рьяные гомофобы, просто для вас вопрос, возьмите гея, замечательного человека, который, ну, во всех понятиях замечательный человек, и возьмите какого-то маньяка, педофила, но с адекватной ориентацией, то зачем их вообще сравнивать? Почему мы не даем право жить геям и выражать себя такими, как мы есть? И знаете, и я еще за то, чтобы каждый человек чувствовал себя в этом мире счастливым. И счастливым, и не боялся быть собой. К сожалению, не раз наше общество не разрешает просто быть собой. И поэтому я очень рада, что я нахожусь в Польше, где все-таки об этом говорят, и на это обращают внимание. И я больше чем уверена, что тут сегодня будут тысячи, тысячи, просто тысячи людей. Украина тоже потихоньку борется с этим вопросом, да, борется с вопросом принятия, но, к сожалению, нам еще, конечно, немножечко далековато, да, каких-то европейских стран. Я также чувствую, я также слышала, что в Польше тоже не совсем этот вопрос аж такой открытый и гуманный, что некая свобода чувствуется в Варшаве, потому что тут, во-первых, это столица, во-вторых, тут мультикультурный город, да, и в Варшаве такие люди могут себя чувствовать более свободными. Но я спрашивала у поляков, как там, например, в глубинке, то многие говорят, что в глубинке все-таки люди не могут так открыто говорить о своей ориентации. Поэтому Варшава и Польша тоже еще над этим работают, но я тут смотрю, как люди просто идут и идут. Конечно же, в основном это молодежь,
Я не знаю, как старшее поколение тоже это воспринимает, но, знаете, я рада, что в Варшаве можно быть собой, можно быть разным, и тебя принимают. Вот, пошли смотреть, как там народ собрался или не собрался. И знаете, кроме того, что этот марш равенства, марш ровности, конечно же, официально разрешен везде, я очень много читала в интернете комментариев, что могут быть различные провокации, поэтому полиции очень много полиции, и я уже видела такие даже машины, где можно подключать и пускать так воду, знаете, разгонять толпу, водяные такие, не знаю, бомбочки или машины с водяными этими. Так что все равно, как я уже ранее говорила, проблемы есть, но я надеюсь, что будет все хорошо и что Польша адекватное общество. И, ребята, вот это событие я уже увидела, в небе 3 дрона. То есть, если вам интересно будет посмотреть масштабы этого марша с неба, то где-то в Ютубе, я думаю, что тоже будут такие видео гулять. И еще одна ремарка. Я говорила, что собираются в основном молодежь, но нет. Очень-очень приятно удивлена, что люди разного поколения. Это тоже очень-очень приятно. И я знаю, что в прошлом году в этом марше даже участвовал мэр Варшавы. Интересно, в этом году как это будет происходить, будут ли представители власти, потому что все-таки власти должны тоже своим примером показывать культуру принятия всех людей, без исключения. Вообще, насколько вы знаете, полностью месяц июнь считается месяцем терпимости, месяцем гуманности и ровности. Поэтому, если я не ошибаюсь, я еще не была тут вечером около Палаца науки и культуры, но сама подсветка Палаца науки и культуры тоже в радужных цветах, и что тоже очень приятно. Что ж, то обойду еще по кругу и посмотрим, что будет дальше. Что я вам еще скажу, я не знаю, меня слышно или нет, но у меня, если честно, не знаю почему, но слезы на глазах, потому что я очень рада, что людям не надо прятаться, как в российском государстве, где, к сожалению, общество не принимает людей, которые чуть-чуть не похожи на них, и просто все такие счастливые, такая туса, машины, музыка. И я честно говорю, у меня аж слезы почему-то на глазах накатило, потому что, опять же, я очень рада, что живу в такой стране, в таком городе, где, где люди могут быть собой, и им за это ничего не будет. Вот. Если я не ошибаюсь, то парад начал свое движение, но я хотела с вами еще поговорить немножко о научной точке зрения. Если говорить с точки зрения науки, существует две теории, то есть это приобретенная и уже врожденная. Если говорить на примере геев, то есть, потому что я читала как раз научной стороне мужчины, со стороны мужчин. Конечно же, все равно большинство ученых придерживаются такой мысли, что все-таки геями рождаются.
Поэтому это просто заложено уже в человеке, заложено в нас, какая будет ориентация. И поэтому скрывать это и бороться с собой просто нет смысла, потому что человек уже таким рожден. И просто не бойтесь быть собой, чему я вам желаю. Не бойтесь быть собой, не бойтесь признаться себе, каким вы есть, потому что вы достойны счастья и вы достойны прожить эту жизнь самим собой, таким, как вы есть. И, наверное, буду с вами на этой ноте прощаться. Чуть-чуть еще засниму парад, когда начнется активное движение. Сейчас немножко оно все застолбилось. И спасибо, что были со мной. Жду ваши мысли в комментариях. И увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Чаще с кем. We'll be right back.